Рецепт приготовлен для сайта I'm Cook. Налистники с творогом. Я настойчиво рекомендую попробовать это очень вкусное блюдо. Для его приготовления понадобится молоко, кукурузный крахмал, мука, ванилин, яйцо, соль, растительное масло. Для начинки понадобится творог, яйцо, сахар, ванилин и сметана. В молоко комнатной температуры добавить одно куриное яйцо. Сразу же всыпать ванилин и влить растительное масло. Взбить массу к однородности, используя венчик или миксер. Всыпать крахмал. Я использовала кукурузный, но можно его заменить и картофельным. Снова перемешать к однородности. И всыпать муку. Снова все перемешать. Не должно быть комочков. Тесто будет достаточно жидким, с легкостью выливаться и ровно ложиться по поверхности сковороды. Оставить тесто в сторонку, чтобы оно настоялось и немного отдохнуло. В это время подготовить начинку. В творог всыпать сахар, ванилин и щепотку соли. Затем перетереть все блендером или через сито. Творожная масса должна стать нежной. Добавить куриное яйцо. Если творожная масса достаточно жидкая, то достаточно будет одного желтка. И быстро перемешать все вилкой. Разогреть сковороду, смазать ее растительным маслом, используя силиконовую кисточку. Немного приподняв сковороду, влить в центр половник теста, при этом немного прокручивая круговыми движениями, чтобы тесто равномерно распределилось по поверхности. Обжаривать блин до тех пор, пока он не станет легко скользить по поверхности. Затем его стоит перевернуть и обжарить с другой стороны. Аналогично обжарить все блины, затем наполнить их начинкой. В центр выложить столовую ложку творожной массы и разровнять. Затем красиво скрутить. Для этого необходимо завернуть противоположные края к центру. Затем, взявшись за отдаленный край, скрутить на себя трубочкой. Форму для запекания немного присыпать сахаром. Выложить 3-4 маленьких кусочка сливочного масла. Затем поочередно выложить все блины с творожной начинкой, плотно прижимая их друг к другу. Сверху снова притрусить сахаром, а затем обильно смазать или залить сметаной. Отправить в духовку на 20 минут. Запекать при температуре 180 градусов. Горячие налистники с творогом сразу же подать к столу. Их вкус тяжело описать словами. Их надо пробовать. Это очень вкусно, нежно, сочно и ароматно. Попробуйте обязательно. Приятного аппетита! Готовьте с любовью! Рецепт с пошаговыми фото можно посмотреть на нашем сайте. Ссылка находится в описании под видео.